любили діти баба, і була у нього курочка Яба. І однажды курочка Яба снесла йому яичко, і не простое, а золотое. Біл день, біла багна, ніхто не ответил. А мышка по столику побежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Внутри показалось обычное яичко. Плачет дед, плачет баба. А курочка Яба говорит человеческим голосом: не плачьте, снесу вам новое яичко. И снесла курочка Яба новое яичко. И не золотое, а простое. А как же мышка? А как же А, мышка уже была, все, да. А там мурки не было? Что? В курочке Рябе. Мурки не было? Нет. А, понятно. И в чем? У нас была кошка-мурка. Да? Что с ней стало? Только она уже умерла у бабушки. От старости? Да. Она старая, кстати, родила. А у вас есть кто-нибудь там, котята или там еще там кто-нибудь? Ну, был один котенок. И такой шкодный уже остался. Вырос. Такой шкодный. А у нас уже такой крупный кот вырос, Том его зовут. Я сама придумала. И...